Космодрома Байконур произведен уже 133-й по счету пилотируемый полет. Сегодня утром успешно стартовал корабль «Союз МС-06». Он доставит на МКС экипаж Миссурина Александра, американцев Марка Вандеха и Джозефа Акабе. Астронавтам предстоит выполнить эксперименты по российским и американским программам, а также выход в открытый космос. Экипаж проведет в космосе 167 суток и вернется на Землю в марте следующего года. Настолько потрясающе все, вот, прям слов не хватает, чтобы описать чувства, потому что внутри все прям, наверное, волнение больше, чем у самих космонавтов, и за них, и за ракету, потому что мы имеем непосредственное, скажем так, участие в ее производстве, вот, поэтому очень волнительно и очень все здорово, особенно на таких расстояниях смотреть.